Будем Лёшку снимать. А, ой, подожди, а ты целый съешь кабачок? А, да ты сам раз... Да чего умный? Лёшка взял вот так вот, наклонил и сам сломал кабачок. Потому что надо давать нарезанные овощи за 10 минут до еды. Не за сдалугить их нарезать и подавать. Через 10 минут после прикосновения металла уже витамины распадаются. Ну, на зебру похожие, когда тень падает. Да, мы хорошие. Еще мы сладкие, хрумкает и хрумкает. Давай, Тёмочки, давай поцелуемся. Давай, я тебе морковку дам. Ух, поцеловала. Ну-ка, давай. Забрал морковку, а поцеловаться не захотел. Будешь морковку? А? Семён? Тоже весь полосочку. Ну-ка, а ты ешь морковку? О, ты вредный. Что, еще? Давай, я тебе дам морковку. А язык такой у тебя длинный. Язык такой длинный. Давайте еще. Вот этот Лёшка, этот такой Лёшка у нас. Лёшка в горошек. Лёшка в горошек. Вот такие хорёси, вот такие хорёси. Да, давайте за ушком, за рожком почешу. Давай, давайте почешу за ушком, за рожком. Давай, почешу тебе. Давай. Не, не хочешь? Вдохну, как из печки. Там же у вас же выше температура, чем у людей. Да. Морковку давай, а трогать тебе не надо, да? Все ясно с тобой. Что, еще кабачок тебе давай? Ну на, еще кабачок. А что ты его не разломал? Вот кого приятно угощать. А что, это грязька у тебя тут, да? Это хорошо. Тебя мухи не кусали, потому что вечером такие кусучие мухи. Все, я тебя проведала, угостила. У тебя, как всегда, все хорошо. Вот там вот у тебя целая охапка сена, подстилка, вода. Все у тебя есть. Витя все вам дал. Ой, ресницы.